Кукурузка, ты хорошо придумала отпуск. Какой придумала? Я не девочка. Тебе что вы купаетесь? Давайте. Водичка такая не свежая. А нет, свежая, я сейчас заберусь. Понятно? И вы узнаете, что такое мощь. А как хорошо. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ах, ребята, ребята, давайте купаться. Не, я, короче, на суше. Ну и буй. А я... Ой-ой-ой-ой-ой, друг, извини меня. Да, ничего. Так, у тебя дырка. Ничего, это заживет до свадьбы. Ладно. Вам бы чем-нибудь заняться. Хватит лежать на кресле. Может, посмотреть на стену? Да, пожалуй, это сделаю. Все не подумают, что я вкопанный. Эх, ребят, кстати, ты сказал, до свадьбы проживешь? Да. А у тебя будет с кем-то свадьба? Ты что, дебил? Если хочешь, тебе и надо. А у меня уже вон, зажила. Да, я знаю, как у тебя зажила. Если честно, мои подписчики, я прыгнул с этой высоты. Оп! Буль! И поэтому я застрял. Ах, как же хорошо, да? Слушай, рыбка. Чё? Давай вместе. А давай, Богдан. Рыбка, Богдан, давайте, прыгайте. Листочек, мы сейчас. Уи! Марк, это так круто. Марк, давай с нами. Ладно. Хорошо, рыбка, я иду. Ребята, если что, у нас отличаются кепки. Да, у меня зеленые. У меня зеленый, у Богдана оранжевый, у рыбки желтые, а у листика красные, как обычные. Потому что мы по классе вместо красных. Твой цвет. Ох, как же хорошо. Кайфно. Ребята, я плыву на дно. Фу, рыбки. Кстати, ребята, я увидел золотую рыбку. Что, я и на? Да. Достань нам ее. Ну, сейчас. Потерялась. Я загадал, чтобы мы все были радостными. Второе желание, чтобы у нас были подарки сзади. А третье желание... Хочу, чтобы водичка стала намного теплее. Рыбка, да ты гений. Молодец, пожалуйста. Кстати, меня самого рыбка зовут. Как бы я еще золотая, как у меня кепка желтая. Хотя я и сам золотая рыбка. Яху, буль. О, ребята, Яна, водичка потеплела. Что, Яна? Ну-ка. Да ладно, не может быть, это правда. Ой, Богдан, сзади тебя подарки. Что? Тут их нет. А это что? Я же говорил, не обманула. Ух ты! Подарки! А теперь нам станет еще лучше. Знаете почему? Потому что у нас будет... Гвоздик. О, снежок. О, будет джигубенц. Джигубенц. А водичка не изменит твое положение. Опа. Дождик. Ну, давайте скорее успокоим.
Я чую второе. Ай. Какая разница? Есть разница. Ну, ладно, как скажешь. Я возьму вот этот, ковелку. Никто на меня не смотрит, я открываю. Ну, а тут очевидно, я выбираю этот подарок. А я открою только его через несколько дней. Потому что если... Ну, и я. Потому что если я сейчас открою... О, машинка! Ребят, я если открою через несколько дней, мне попадутся деньги и игрушка. Динозаврик, я всю жизнь мечтал целых 3 года. Я не буду открывать. Ты что делаешь? Это, походу, твоя золотая рыбка сделала. Ой, я же... Зайчик, ну чего, у меня есть деньги. И последнее мое. Ай, больно. Какая-то детская игрушка. Ну, ладно. Почему у меня семьи нет, но кому-то подаю. Я золотая рыбка. Хочешь, я тебе еще один подарок подаю? Нет, спасибо. Я все-таки подаю. Я ничего не знаю. О, дождик закончился. Скоро будет тепло и вода. Тепло, вода. Ах, что-то я подустал. Иди я... купайся быстро, а то подарок следующий не получит. Ах, кайф. Кто хочет следующий подарок? Я хотел, но через 3 года. Правда? Ну ладно. Стоим! О, машинка-то не то, нет моя. Иди сюда. Ку-ку. То есть рыбка, пойдем купаться. Вот. Я не буду купаться. Зайчик. Все-таки я тебя буду охранять. Целую ночь. Никто не будет тебя трогать. Че? Я че, уснул? У нас какая-то фигня была. Ничего не фигня, я спал целых 1 час. Вообще-то это неправда, рыбка. Согласен. Это все по-настоящему. Замерз я уже. Ночь во дворе еще холоднее. Рыбка, загадай, чтобы мы согрелись. Легко. Буль-буль-буль-буль. Ребята, погодите-ка, буль-буль-буль. Надо чуть-чуть попить. Все, напьюсь я, так что загадаю, чтобы у вас, чтобы вы потеплели. О, потеплее стало, спасибо. Кукуруза, ты что, волшебник? Да. И мой зайчик волшебник. Он не просто игрушка, он живой. Кукуруза, хватит врать. Да не вру. Зайчик, ко мне. Морковка. Пожалуйста. Точно. Буль-буль. Ладно, я буду тебя охранять, чтобы тебя никто не украл. Моя любимая игрушка. Ну что, пойдем домой? Пойдем, ну как? Желание... У меня последнее желание осталось. Загадывайте. Я хочу, чтобы мы поскорее ушли домой. Нет, мы хотим огромные чипсы. Да. Вы что, околели Истик и Богдан? Вы что, с ума сошли? Вообще-то, мы правильно сделали наук. Эх. Вы тупые совсем. Какие еще чипсы огромные? А потом, как вы...
Так все, дайте сюда подарки. Эй! А кстати, желаю вам, Биба и Бобби, которые чипсы просили, желаю вам, чтобы вам стало холодно. Эй, да. Мы отправляемся домой. Да. И никаких чипсов. Чипсы на вас двое, а дом для всех. Согласен. И мы уже все восстановили, пока вы там собираетесь. А как вы через одну мини-секунду уже успели, Биба и Бобик? Так, слышишь ты? Слышь, что хватит? Давай, пожелаю нам, чтобы...